Этот турнир проводит организация «Плечо». Давайте аплодисментами встретим президента организации «Плечо» Руслана Коваленко! Настоящего спортивного патриота, который каждый день своей жизни делает Украину сильнее, здоровее, увереннее и защищеннее. Руслан Коваленко! Добрый вечер, дамы и господа! Рад вас приветствовать в этот нелегкий исторический момент, когда вы пришли поддержать спорт. Нашей стране нужно единство. Спорт объединяет. Сражения должны проходить в ринге, а не за пределами его. Турнир объявляю открытым. И в такой особенный вечер будет звучать особенный гимн Украины. Слава Украине!